Все, вторая группа. Обратка пошла, что ли? Нет, это... Ни хрена себе, откуда здесь укрытие это было? Это какой-то... Ну, лутери есть. Ой, ГП. Сейчас задымим вход. Что я уже к скаунту пошел в ходу. Что за зеленый трассера? Это вражеский? Что-то крым. Что-то крупное было, по-моему. Нет, не крым, вражеский. А, мы еще не сейлоры. Лорен, ты мое лицо чуть на вылет не прошил. Ты бы не сильно потерял это. А, на этой, на восточной стороне перрона стоит один бег. Что-то я пока не могу. Эти британцы, это они, да? Все, понял, сейчас положу, а то у меня просто руки пока. Я вообще задымляю, можно подходить. Кого еще там? Лента из ДШК. Я могу из ДШК еще раз прошить весь тоннель. Они там слева сидят. Ну попробуй еще. Все равно девать не буду.
тебе выводим. Где-то со мной Кауш работает рядом. Вы захотите? Ой, Паша, смотри. Да, минус один. Мне в нос хотел ГП. Не смотри, тебя не Паша. Чё-то моя гениальная тактикульная идея сверху, ну, такой. Я парашют там был. Нет, я не заходить, а просто пострелять. Это надо было тебе знаешь, такой упал бы сквозь текстуру. Нет, не упасть, там можно аккуратно подойти, а можно упасть, кстати, я пробовал там несколько раз. Ну там другая миска была, там надо было человека защищать в этом же ущелье. Во, Лорен, наконец-то нашел применение трубе. Хотя он мог раньше туда стрелять, то есть не половину. Не, Лорен хороший, на самом деле. Нет. Лавакбэр, лавакбэр. Сейчас сам себя кажется. Блин, почему ты это самый непредающий момент, когда не долетело? Нет, не долетело, в скалу уперлось. Бисмут. Ау. А тебя сейчас кто-нибудь лутал? Ты с трубой был? Ну, я без трубы был. Просто кто-то спускался, я его нашел. Ты убил, вот, скорее всего, поданта наш. Да, я не знаю, я спускался с горы, но... я просто бежал с пулеметом, и кто-то мне такую тычку в рожу дал. Не, меня убил это либо Карыч, либо Вест. Спасибо. Я под заплаточку бежал. Либо Вест, да. Я не знаю, я просто, ну, в сторону горы пошел, чтобы мне видно не было туда, с этой самой, с расщелины. Чтобы зайти с пулемета и начать просто покрывать, уж можно было. С расщелины зайти хотел, я смотрю, там тело какое-то бежит, начал накидывать туда. Так не, я слева, сверху, мы же с другой стороны, мы же в другой группе были. А так... Он зеленый. Он враг. Вон ты забанзай. Да, барона. Собачу не за экипировку. Ты же чех. Да, чех. Слушай, махнул, походу реально на село обиделся. А, лом, махнул здесь. Да не, не. Все, короче, за село говорили, да, махнул все это время был ты. Да-да-да. В этот через сменку в Cold War, но там, короче, когда уже жестко начинается бой, чисто там просто игра начинает выпендриваться. Я, короче, прохожу, знаешь, какую миссию, типа эти диверсанты. Короче, тремя парнями я выбил тремя парнями, короче, сначала бронетехнику выбил, потом выбил, пошел в деревню забрать черный ящик от Ми 8 разбившийся. Там просто всех выпилил, да? А потом тебе, короче, шлют отряд десантников с одной БМДхой, да? И, короче, ты должен целый конвой распидорасить. А, подожди, ты именно миски проходишь? Миски проходишь. Да. А, я с чуваком ПВПшился, меня чисто так жестко выкидывал этот вообще трэш. Нет, там копчики очень классные, мне нравятся. Там копчики очень четко сделал. Подожди, а он в стиме есть этот ход? Мод. Какой? Там этот. Не знаю, я сайты качал, все там. У меня Стоник давно скинул, и вообще я ему за это очень сильно благодарен. Да мне мод. Очень классно, тогда в стиме есть еще... эта фигня вся. Просто мод Cold War 1.6.1. Он есть в стиме сейчас, посмотри, покажи.
фары на бонзе решили заслон сделать. Ой, Джордан без сознанку по ЛГПХе, походу. А я не подключился. Ну да нет, почему без сознанки? Нормально за сознанку. Нет, он лечился, он лечился. Там с его стороны вообще никого нет. Чё-то, знаешь, вот, Бисмут, после армы 3 чё-то как-то непривычно вторую. Да, я постоянно на пробел нажимал, что ли. Она... Чё там в арме тут дать на пробел? Я, ну, теперь, короче, на шифт нажимаю, чтобы... Крутишь, бить. Чтобы выпрыгнуть, там пробел, да. А, пробел. Только... Нет, несколько я так раз... же, так же. Бисмут, ты в этот не ходил, или там? Там топыч. Просто топыч. Не, я хочу в понедельник на минивокс. Я пошел на армы. А серьезно? Я могу тебе в рассрочку купить. Не, это только ДВшникам, это только ДВшник. Нет. Самый прикол. Если вернется, что? Понимаешь, самый прикол? Без тут денег не жалко, я смотрю. У меня 500 Р висит на стиме. Вот что, тебе арма 3 купить? Да. Да, я ему предлагаю в рассрочку, на 1200 всего стоит. Сейчас, да, вот сейчас я эту сумму спокойно. То есть у меня 500 есть, и еще 500 я могу потом выкинуть тебе. Просто смотри, у меня сейчас есть 500, и мне чтобы кто-то еще пятихатку кинул на этот самый. Не, не пятихатку, на там, больше. Ему на Steam именно день был перевести. У него да, есть свои 500 рублей. На Steam. Чтобы кто-то скинул, я потом бы просто кому-то на Steam выкидывал и давал бы коды вводили, да и все там. Денежку. Но все равно пока делать нечего. А вот GTA 5 мне Ромка сайт посоветовал. Эй, поназначь. Лорен. Да, Лорен. Четко. Ой, Лорен, вообще красава. Это просто, вот просто брокер. Давай, вообще. С моего 60-го полета. Да, Антон. Ау. Так, а просто если я в следующем году летом к тебе в Одессу приеду, ты мне гривнами отдашь долг? Не, я суток, понимаешь, я ты в минус идешь, Бисмут, тогда. Да нет, я просто кроссмиком могу сгонять, в принципе. И забрать у тебя деньги. Так я за этот год, ну, то есть я вот за сколько, за месяца два могу за 3 спокойно тебе выдать это все обратно. Да, ну хорошо. Я же получаю там деньги, сколько. То есть 50 гривен, это смотри, 126 рублей. Ладно, да давайте завтра ее скину. Завтра там обналичит карточку. Бисмут, меня я только что, понимаешь? Смотри, такой ты чересчур щедрый человек. В смысле чересчур щедрый? Не, ну я как работать начал, у меня деньги появились, я долго. Он не знает, куда их просырать. Давай, Бисмут, ты мне новогодний подарок сделаешь. Ой, да иди нафиг. Бисмут, я вот на твоем месте бы каждому подряд бы просто блог бы не давал. Че каждому подряд, Анто один вернет? Тебе бы не дал долг, да, например. Нет, ты не давал. Ты не подумал, вдруг меня убьют, блять, как я тебя дам. С того света, рассчитаешься. Логин, пароль, все такого. Не махнул, кто тебя трогает? Так, Варен вообще в миллиметре. Смерть. Куркур. Куркур. Ой. Куркур. Ой, сейчас выйдет. А если не выйдет? Он в контейнере. Он сейчас заряд, идет заряд туда. Это аж интересно. Спалил его. Все, еще придумал. Не, смотри. Все, а минус Лорен, я думаю. Сейчас Лорен его должен спалить, ну. Нет, Лорен мой. Ой, это Лорен топчется, как этот. Сейчас будет с ней разговаривать. Да не пал. Ну ему-то не показалось. На кто-то должен быть темнее. Я бы гранату кинул в эту фигню. Серьезно. Короче, с него видно снос. Сдаю чек. Ну, Лорен! Да. Че, Лорен? Джордан в спину сейчас его. Красава, Лорен. Последняя надежда. Че гранату не кинул, Лорен? Вот просто он гранаты этого уже убил. Как он гранаты убил? Брока. Вот да, он сейчас меня ранил. А, махнул. А потом добил меня. Да. Помнишь, что про камуфлированных негров говорил? На Джордана, смотри. Кстати, они очень симпатичные. Мне нравится. Где странный ты? Джордан мог бы ящик спалить. Мне вообще бородок говорит. Чего вы упендриваетесь?
У меня вообще Бусман вообще это таджик. Отвечаю, у меня и у кота, и у Бусмана. Насколько я знаю. Вообще еще якуты там на Руси. Мы так карали. Карали Шульмана, когда он сдох от Не, Карыч, Джордан живой, да? Сейчас он не очнется и все. Что еще говорить?